друзья, всем привет! С вами Джогер. Я очень рад, что вы зашли на это видео, особенно новым зрителям, которые попали сюда из рекомендаций. Я больше чем уверен, и я вам гарантирую, что вам понравится это видео. Здесь будут шашки с моим братом и с Алиной, и будет снята их реакция. Я специально снимал с двух камер, одна камера в салоне, одна камера у меня на голове, чтобы было видно лица ребят, и также было видно то, что я делаю на дороге. Обязательно оценивайте это видео, смотрите его до конца, потому что в конце самый жесткий навал будет. Обязательно смотрим до конца, еще раз повторяю. И напишите в комментариях, чья реакция вам зашла больше, и с кем бы вы хотели еще видеть видео на моем канале. Заваривайте чаек, берите печеньки. Всем приятного просмотра. Автобус ты повернешь, нет? Так только мне можно. Моменты были. Чё, мне понравилось. Куда ты, блядь, девочка? Совсем, блядь, охренела. Вот сучка. Прикинь, объехала меня. Обиделась. Чё, ты капучино будешь? Чё-нибудь еще будешь? Чё, на камеру скажи свои ощущения. Понравилось? Ощущения, конечно же, понравилось. Так же будешь ездить? Да я тебя научу. Я приеду, погоняюсь. Ты сначала мою школу экстремального вождения пройдешь, тебе все расскажу. Ну а перед просмотром жестких шашек с Алиной, ее нереально крутой реакции, я хочу вам ответить на один вопрос. Друзья, многие из вас интересуются, какими секретными фишками я пользуюсь уже в течение 5 лет, что я езжу и не попадаю в аварии, на дороге у меня все хорошо, и мне, как многие думают, постоянно везет. Да, одна такая секретная фишка есть, это очень хорошая положительная атмосфера в моей машине и приятный запах. Для этого я использую собственный ароматизатор, и сейчас я вам его покажу. Я снова запустил свою линейку в продаже, обязательно заказывайте, друзья. Каждый такой ароматизатор заряжен моей удачей в вашу машину. Повесьте, и у вас будет все хорошо, я вам гарантирую. Заказать ароматизаторы можно по ссылочке, которую вы найдете в описании и закрепленном комментарии. Это ссылочка на мой инстаграм, на мой магазин. Там будут все запахи, все будет более подробно. Обязательно заходите, скоро завоз новой линейки с логотипом. Нормально то, что светит? О, у меня уже адреналин поднялся. Еще ничего не начинается, уже... Надо будет номера снимать. У меня то же самое.
наконец-таки нормальные шашки получил. Я найду тебя. С фурой вначале страшно было? Да. Ну, короче, мне тоже было страшно. Спасибо, класс. Нас это там занесло, ну, блядь, типа, со стороны это вообще выглядело, как вот так вот, жух, типа, боком зашли между этой. Это было очень стрёмно. Друзья, если бы я был на Мишлене, мы бы влетели в фуру. Но благодаря тому, что у Потензы очень жесткая боковина и сам жесткий резиновый состав, она очень легко, ну, с небольшим заносом. Объясняю ситуацию. Я захожу в поворот правый, машина загружена на левую ось. И мне нужно еще дать вправо, при том, что машина уже загружена. Соответственно, была бы Мишка, я бы дал руля, но мы бы поехали прямо. Потенза позволяет так сделать. Поэтому всем рекомендую. И Алина тоже рекомендует. Но ты испугалась, я видел. Да, я ладошки вспотели. Сколько мы уже? 3-4 раза снимали? Это первый раз, когда у тебя вспотели ладошки, да? Ну, второй, наверное. Но мне кажется, то, что это были самые такие плюс-минус. Да, до сих пор. Инстаграм. Да, ссылка на инстаграм Алины будет в описании. Обязательно подписывайтесь, если вы хотите, чтобы она еще снималась в моих роликах. Потому что, чтобы с ней снять видео, ее нужно уговаривать, блядь, дней 5. Еще дождаться, пока там по времени все это сойдется, работа, дом, вот это вот все, вся эта суета, очень сложно. Поэтому стараюсь для вас. Мой трек. Алина, блин, ты что делаешь? Ты мне сбила шашку сейчас. Да и слава богу, я жизнь тебе спасла, а не тебе. Кондиционер выключил, чтобы сильно жарко не было. Я там мог перед джигой, блядь, прыгнуть, но я боялся, что он обосрется, он быстро ехал. В тормоз бы нажал и, блядь, ну, либо улетел куда-нибудь, не знаю. Ну, короче, все, машин нет там дальше, да? Ну, ладно. Этот калюнный ты меня нужен. Ты не будешь и просто не сгореть. Если захочет, то не будет.
тобой нарушил уже на пожизненные лишения просто. А то меня. Бля, ну до тебя тоже нарушало. А? Ну и все, я здесь. Друзья, это поистине получился нереально крутой влог. Были очень жесткие моменты в шашках, я думаю, вы все это прекрасно заметили. Я очень рассчитываю на ваши реакции, на ваши комментарии, для того, чтобы это видео продвигалось выше. Обязательно, кто не подписан на мой канал, подписывайтесь на мой канал. В общем, что я хотел вам еще показать. Я поменял масло 3000 километров назад, поменял тормоза вместе с этим и поменял тормозные диски. В общем, у меня все новое должно было стоять на данный момент. Что я вам скажу, все эти 3000 километров я очень жестко хреначил на машине. Я ездил по трассе, ездил в Ростов, это видео тоже должно будет выйти с моей поездкой в Ростов. Я доехал с Усть-Лабинска до дома своего за 40 минут, чтобы вы понимали, по навигатору это примерно 1:40, и там не такая трасса, как на Джубгу, там совсем другая трасса. В общем, все эти наваливания, я по привычке постоянно я проверяю уровень масла с утра, хотя я знаю то, что масло она вообще не жрет, даже несмотря на то, что я все эти 3000 просто... постоянно ездил в красной зоне, машина ниже 6000 оборотов вообще не жила все эти 3000 километров. Масло чернючее, никогда у меня таким черным масла не было всего лишь за 3000 километров. За 5000 километров оно было плюс-минус более-менее темное, ну, я его менял. Сейчас за 3000 масло все, оно все свои свойства потеряло, я буду его в скором времени менять, как раз после того, как выйдет этот ролик. И что у меня по тормозам? Сейчас я вам покажу свои тормозные диски. Это очень грустно, потому что я их перегрел, они черные, и машина особо не тормозит. Хотя новые тормозные диски без износа и новые колодки, которые я, конечно же, прикатал, все грамотно сделал. Я не знаю, на камере видно, нет? Черный тормозной диск немного повело волной, вон видно то, что новые колодки. Также задний новый тормозной диск тоже пошел волной, чуть-чуть потрескался. Синий, черный и относительно свежие колодки. Также сейчас я выверну руль, покажу вам состояние резины. Новая резина, пробег около 5000 на ней. До ограничителей осталось совсем чуть-чуть, я думаю, около 5000 километров я проеду и уже нужно будет менять. Для сравнения покажу задние колеса. Но я думаю, я перекину задние колеса наперед. Но я, если честно, не ожидал, что Bridgestone Potenza будет стираться быстрее, чем Michelin. Ну, скорее всего, это произошло из-за того, что именно в последнее время я очень сильно ураганю на машине. Прям гораздо жестче, чем я это делал раньше. Но вы же требуете контент, соответственно, я делаю для вас контент. И жду от вас ответной реакции в виде лайков, дизлайков, комментариев. И самая крутая реакция, это когда вы делитесь этим видео со своими друзьями. В общем, с вами был Джогер. Обязательно подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Оцениваем ролик. Ну и ждем следующих видео. Всем спасибо за просмотр. Будьте аккуратнее на дороге. Ну а перед просмотром жестких шашек... Ну а перед просмотром жестких... Блять!